Друзья мои, добрый день! Вы на канале Блогер Мэн, и я в этом видео покажу вам, как переместить фото и видео на SD-карточку на телефоне Samsung. То есть с галереи, да, вот вы сделали фото, наделали там тысячи их, не знаю сколько, и мы хотим на SD-карту переместить. Что нам нужно сделать? Во-первых, нам нужно отправиться в галерею. Ну, кстати, я вам бонусом покажу, как сразу сохранить фото и видео на SD-карту, не перемещая. Смотрите видео до конца, я покажу вам. Идем, значит, не в галерею в этом случае, если мы хотим переместить, а ищем такой параметр, как мои файлы. Мои файлы. Нажимаем мои файлы. Ищем здесь изображение параметр. Выбираем изображение. Смотрите, видите? То есть это сохранилось на SD-карточку. Вот, видите? Рисуночек соответствующий. Давайте мы с вами фото сделаем, чтобы переместить, потому что у меня все на SD-карте. На SD-карте. Идем. Сделали фото. Идем мои файлы. Изображение. И у нас что-то не появляется здесь нового изображения. Давайте я закрою сейчас. Посмотрим. Ребят. У меня же стоит, короче говоря... Сохранять сразу на SD-карту. Бам. 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 Мои файлы, изображение. Вот. А мы нажимаем, как вы поняли уже, в моих файлах изображение. Идем камера, или что мы там хотим переместить. Долго нажимаем вот так вот. Нажимаем переместить. Идем взад. Бам. Идем. Карта памяти. Можем создать новую папку, я уже создал, вот, три точки, видите? Нажимаем создать папку и вводим имя, да, ей. Я нажму отмена. Все, я хочу сохранить в папку Блогермен. Я нажимаю переместить сюда. Все, фотка перемещена, ребят. Я вас поздравляю, вы научились перемещать фото и видео, любые файлы, да, на SD-карту. Теперь давайте я вам покажу от нуля, с первого шага, как сделать так, чтобы когда вы фото сняли или видео, оно само сохранялось на SD-карту. Все, сначала все, ребят, переместите. Сначала все должны переместить, потому что сейчас нам придется очистить SD-карту. Что мы делаем? Ну, поставьте на паузу, да, или посмотрите сначала, как это сделать, потом переместите и сделайте. Да, я рекомендую лучше посмотреть сначала. Мы идем в настройки, можем схватиться за лупу, либо, да, либо хватаемся за лупу, либо идем вниз, и здесь будет параметр обслуживания устройства. Либо хватаемся за лупу и ищем обслуживание устройства. Здесь будет память, мы нажимаем, здесь будет карта памяти SD, убедитесь, что все хорошо. Идем дополнительно, идем в такой параметр, как карта памяти, форматировать. Прочитать необходимо все, что тут написано. Необходимо отформатировать карту памяти перед использованием. У меня уже отформатировано, мне не нужно. Для чего это делается? Мы нажимаем форматировать карту памяти, и все, ребят, удалится из вашей карты памяти. Для того, чтобы карта памяти приняла формат внутренней памяти телефона вашего Samsung, хранилища вашего, да? Все, после этого мы снова идем в настройки, можем схватиться за лупу, либо идем в приложение. Идем в такой параметр, как... Вот, сейчас мы уже схватились за лупу. Идем. Камера, шестереночка. Идем в самый низ. Место хранения. SD-карта выбираем. Все, друзья, перезагружаем телефон. И все у вас отлично. Вы научились и перемещать, и сохранять бонусом. Ставьте лайк этому полезному видосику. Спасибо за взаимность. Вы поставите, и у вас будет стоять, и у меня будет стоять. Я посмотрю. Вы посмотрите, стоит ли. Напишите в комментариях, стоит ли. Все, поставили вы. Спасибо за взаимность. Подписывайтесь на канал Блогермен и ставьте колокольчик, чтобы когда на канале Блогермен выйдет новое видео, вам YouTube об этом прислал, соответственно, оповещение, и вы не пропустите интересный, полезный контент. Значит, задавайте свои вопросы в комментариях, а мы с вами, как всегда, безусловно прощаемся, но в то же время скоро, безусловно, и снова, друзья, увидимся. Я желаю всем отличного настроения, удачи и до скорого.